А вообще журналистика – это тщеславие? Или что это? Какие задачи в первую очередь решают журналисты? Самое долгожданное событие этого года еще в разгаре. Республиканский конкурс «Студент года 2013», старт которому был дан, в ноябре завершил свой заочный этап. В результате были отобраны кандидаты на победу по различным номинациям. Сейчас участники конкурса проходят очный тур, где каждому из них придется встретиться лицом к лицу с членами жюри. Студентом года станет студент? Хороший. Олимпийские игры пройдут в Сочи? В Сочи. А вы запомнили, как нас зовут? Это студенты Набережно-Челнинского института КФУ, которые являются ведущими университетского радио «Ура». В номинации «Студенческая СМИ» они стали одним из кандидатов на победу. В этой же номинации выступили и представители профсоюзного комитета «Студпроф РФ», которые презентовали жюри свой обновленный сайт. Студентка 5-го курса Индира Магданова также испытала счастье в номинации «Журналист года». Очный этап пока продолжается. Некоторым студентам еще только предстоит показать себя. А кто получит заветную статуэтку, узнаем уже в январе. На церемонии награждения конкурса «Студент года 2013». Елена Перловская, Денис Горожанинов, Индира Магданова, Алена Липина. Специально для «Универньюз».